Вятинский государственный университет. Все, что останется от студенческой жизни, это общежитие. В общежитии весело, хорошо. У меня там все есть, холодильник, там телевизор, компьютер, все есть. Родители захотели, чтобы я именно получила российское образование. И это считается у нас престижно. Конечно, было страшно. И до этого я еще так далеко и надолго не выходила из дома. Но постепенно привыкаешь. И это на благо самому человеку. Когда в Москву приехал туда, там вообще не было снега. Потом на поезде с братом, сколько помню, вместе вот ездили, да, в Кирове приехали. И мы приехали, наверное, часов 9 утра. И сразу прямо так снег. Ого, вот это да! Вот это да, было как-то так. Мне нравятся здесь люди. Они очень добрые. Ну вот говорят, что страшно то, что люди, может быть, что они не хорошо воспримут. Но я очень рада, что меня восприняли очень хорошо. Я подружилась. И однокрупники у меня очень хорошие. Сначала я думал, что не примут, как я уже сказал, что я думаю, вообще не примут. Я как бы стал одиночкой, буду ходить один. Но когда сюда приехал, уже познакомились с одногруппниками, и все хорошо. Мы как бы вместе, у нас нет различия, ты наш, ты не наш, такие. Сейчас уже мы привыкли, как бы вместе учимся, вместе ходим куда-то, вместе гуляем. Самое главное в образовании ВятГУ – это, конечно, очень хорошие преподаватели. Вот со мной они все разговаривают, ну, почти на «ты». Они говорят, ну, очень мило общаются, помогают. Они на легком языке со мной разговаривают, и для меня все это доступно. Я изучаю все, как у меня в стране. Они ценят, типа, как бы у меня образование из России, допустим, или из Франции. Если действительно я получил, как бы, образование, то есть, тем более, как бы, узнал еще иностранный язык, допустим, французский, русский, английский. Это тоже плюс, кстати. Вот я очень люблю футбол и хорошо играю в футбол. Университет нам выделил время в спорткомплексе. Мы с друзьями, вот вместе со всеми таджиками, собираемся и играем в футбол. Очень способные ребята есть, но как-то боятся показать себя. Я бы им сказал, что дерзайте, идите вперед, не думайте, что не получится. Идите всегда вперед и покажите себя всему миру. Покажите другим ребятам, что вы стоите, ну, вы стоящие кадры, вы можете учиться в России, можете себя показать. Это очень круто. Дай Бог, чтобы хорошо закончить и вернуться с высоко поднятой головой, чтобы родители гордились.